Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о международной выставке кошек Кэтсбург. Второго и 3 марта один из павильонов Крокус Экспо превратился в настоящее кошачье царство. На международную выставку кошек Кэтсбург съехались владельцы мяукающих питомцев из разных городов России и зарубежных стран. Всего на выставке в этом году было представлено 40 пород кошек. Многие из них очень редкие. Я люблю такие крупные выставки. Здесь очень много красивых, действительно очень красивых животных, которых чаще всего не встретишь на более мелких выставках. Можно увидеть представителей совершенно редких пород. Те же ликои, питерболды, сфинксы. Я очень довольна. Особенного внимания на мероприятии была удостоена истинно русская порода кошек «Скиф Той Боб», выведенная в Ростове-на-Дону заводчицей меконских бобтейлов Еленой Красниченко в 1983 году. Первый котенок «Скиф Той Боб» появился в результате скрещивания тайской и сиамской кошек. У нас порода «Скиф Той Боб». Это миниатюрные кошки, то есть вечные котята. Вот, они очень маленькие. Очень добрые, нежные кошки. Кошки-компаньоны. Основная часть программы мероприятия – выставочные ринги. За два дня Кэтсбурга было проведено более 100 монопородных шоу и сравнений кошек по разным фелинологическим системам. Наравне с российскими судить ринги были приглашены и зарубежные эксперты. Здесь хорошая организация, хорошие призовые, если ты попадаешь в призы. Очень компетентные судьи со многих стран сюда прилетают для судейства. И конкуренция, и животные лучшие здесь приезжают из других стран на эту выставку. Поэтому это показатель того, что выставка организована на высшем уровне. Кэтсбург – это настоящий праздник для всей семьи. За два дня работы мероприятия посетители смогли познакомиться с разными породами мяукающих, принять участие в веселых конкурсах, сделать пожертвования в пользу приютов для бездомных животных, узнать больше об уходе за кошачьими у ветеринарных специалистов. Кэтсбург – одна из самых крупных выставок кошек не только в нашей стране, но и в мире. В этом году на мероприятии было представлено больше 1000 мяукающих. Выставку посетило около 5000 человек. Следующий Кэтсбург состоится через год, также в первые выходные марта. О других интересных событиях, связанных с братьями нашими меньшими, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!